Хова, спасибо большое за донат с текстом «Цой мертв». Какие нервные лица, быть беде вида. Главное, чтобы я за прослушивание этой песни не сел. Я в гробу и в пизде, услышав песни его, мы скажем говно, и в этом есть что-то не то. Но Виктор Цой мертв, а я еще нет. Виктор Цой мертв, а я. Икарус проводил его на тот свет, и Виктор Цой мертв, а я. Блять, цитаты просто вот эти. Пусть скажут, что я подлец и урод. Ебал я Виктора Цоя и в жопу, и в рот. Я плюю на могилу, и мне все равно. И вроде ужасно поет тут, конечно, стыдно, но Виктор Цой мертв, а я еще нет. Виктор Цой мертв, а я. Икарус проводил его на тот свет, и Виктор Цой мертв, а я еще нет. Ты же, а я типа сперва рот закрыл, потом. То есть еще раз, знаешь, любой человек, который не умеет петь, он так и поет. Именно так вот это, ну, как у Фреда вот есть вот штука, да, что любой бабушке дай медиатор, она его вот так возьмет и вот такой же звук издаст. Вот в вокале есть такой же прикол, что очень многие, типа, это не специальная классная фишка, а просто вот многие почему-то так поют. И все. Это русский рок, тут главный смысл. Лишенный слуха, Цой говнает. Ну, БТВ у Хавана слух гораздо хуже. Таланта нет и голоса нет. И как показал социальный опрос. Ну, на самом деле, как троллинг, это очень смешно. Ваш Виктор Цой, пидорас и хуесос. Эй, Виктор Цой мертв, а я еще нет. Виктор Цой мертв, а я. Икарус проводил его на тот свет, и Виктор Цой мертв, а я. Именно слух как способность еще музыкальная, нет. А не там, блять, вкус или еще какая-нибудь поебень. Но бывает, что слух не спасает, скажем, от дурновкусия, либо от еще чего-то. Ну, что... Послушали классику.